Вскоре они очутились у дверей ДК строителей, где в самом разгаре застали репетицию народного ансамбля «Песни и пляски». Что значит кто? Я представляю вашего нового спонсора. И кто же наш новый спонсор? Яков Степанович Мендель, гигант мысли, отец русской демократии, особо приближенная к Владимиру Владимировичу. О, добро пожаловать! Остап окинул взглядом залу и обнаружил искомый стул. Как вас зовут? Надежда Ивановна. Надежда Ивановна, почему столько человек в ансамбле? Ну, это нормально. Что значит нормально? Сейчас же всех лишних выгоняем. Здесь каждый на вес золота. Посмотрим. Ты кто? Я здесь за водкой бегаю. Ну, самый важный человек. Ну, беги отсюда. А ты кто? Орёл-ложечник, стукач. Покажи. Так, все, хватит, свободен. Так, а ты кто? Шабатунья. Уволена. Так, а ты кто? Я трамбрарамщица. Покажи. Трамбрарамщица. Так, ну а ты чем занимаешься? Это баянист. Он что, сам ответить не может? Нет, он глухой. Да пусть собирает вещи. Этого я допустить не могу. Почему? Ну какой ансамбль без баяниста? Так где ж его баян? Баян он давно пропил. Поэтому играет на чужих инструментах. Ну, дайте ему хоть что-нибудь, пусть сыграет. А давайте ему морду набью. Успокойтесь, киса. Это не наши методы. Синим взмахом ее крыла.